начали, ну, больше от обороны. Потом как-то вроде ребята, ну, чуть психологически, может, чуть привыкли. И где-то инициатива была у нас. Было много атак, но где-то в конце чуть-чуть чего-то не хватало. Возможно, ну, потому что некоторые ребята только вот зашли, только начинаем сыгрываться, притираться. Дальше, думаю, будет получше. А что касается физики, показалось, что в концовке еще немного подсели. Ну, я бы не сказал, что подсели. Может, просто психологически, ну, как бы давило. Ну, все-таки, ну, как чемпионство, хотелось все равно начинать всегда с победы. Ну, может, где-то больше не то, что физика, а в психологическом плане подсели. В прошлом сезоне первый тур проиграли мы, а в итоге стали чемпионами. То есть, может быть, есть такое понимание, что ничего страшного, 29 туров впереди? Не, да, действительно, всю эту игру надо забыть и двигаться уже к следующей. Как бы, ну, сказали забыть эту игру и уже готовиться, настраиваться на следующего соперника. Немного о своих задачах. Ты лучший бомбардир минувшего сезона, первый матч, снова гол. Такая же цель? Конечно, всегда цель забивать. Без голов мы не будем выигрывать. А я как могу, так помогаю команде.